Да. Вы можете в любом случае обязательно аплодировать. Давайте энергировать, знаешь, что мы уже готовы к нашему хедлайнеру. Ведь фестиваль «Город встреч» — это то самое место, где встречаются прекрасные, замечательные артисты и наши уважаемые жители и гости его столицы. «Город встреч» — это место встреч. «Город встреч» — это фестиваль. Это для нас с вами «Город встреч» — это фестиваль в рамках празднования 300-летия. «Город встреч» — это ярко, позитивно, так же, как и наш хедлайнер. Поэтому прямо сейчас давайте бурными овациями, бурной энергией встретим нашего хедлайнера и покричим все вместе. Встречаем Хабиба! Надо еще, друзья, нет. Мало было гляди. Наш хедлайнер Хабиб! Нет, друзья, надо еще. Итак, хедлайнер фестиваля «Танцуй, открывай» в рамках конкурсного фестиваля «Город встреч», где мы все вместе встречаемся. Наш хедлайнер... Шикарно. У меня есть добрая традиция, которая идет со мной из города в город. Когда я буду говорить фразу «Вот так звучит город Пермь»,
вы очень громко хлопайте в ладоши и подождите, подождите, и кричите, договорились? Сейчас попробуем, внимание, внимание, тишина в классе. Вот так звучит город Брест! Прекрасная, прекрасная репетиция, а теперь по-настоящему. Как можно больше легких возьмите. Как можно больше воздуха в эти же легкие возьмите. Кричим громко, шумим громко, хлопаем в ладоши тоже громко. Внимание! Вот так звучит Брест! Вот это я понимаю, дорогие друзья. Мне буквально недавно ходила новая песня, называется она «Ой, какая ты». Девчонки, вы здесь? Это замечательно, потому что эта песня, конечно, для наших дорогих девчонок. Я хочу, чтобы вы всегда улыбались, были счастливы. А мы, мальчишки, всегда радовали вас, любили, берегли, потому что вы дороничего мы живем. Правда? Я вообще-то у парней спрашивал. Правда, ребята? Отлично. Конечно же, мне понадобится ваша поддержка, чтобы исполнить эту песню. Слова припева быстро запоминаются. Сейчас покажу как. Ой, какая ты богиня красоты. Запомнили? А может, все наши девчонки, конечно, наши богини. Итак, поем вместе. Пока без музыки, попробуйте повторить вместе со мной. Дети, я уверен, вы знаете слова. Помогайте. 3, 4. Ой, какая ты богиня красоты. Запомнили? Еще раз громче. 3, 4. Ой, какая ты богиня красоты. Аплодисменты, шикарно пою. Теперь громче. Включайте. Давайте попробуем все вместе. 3, 4. Какая ты. Отлично, а еще разок вместе. Ой, какая ты. Ничего себе, поищи громче. Ой, какая ты. Богиня красоты. За тобой я только загрязнен. Ой, какая ты. Богиня красоты. Никогда тебя не смогу забыть. А узная жвачка плачет. Конечно, нужно было петь не «Ой, какая ты», а «Ой, какие вы». Правильно? Сегодня на улице города Пермь никого нет, потому что все самые крутые, самые лучшие люди где? Правильно, здесь вместе с нами качают. Итак,
Теперь у меня есть еще одна добрая традиция. Дело в том, что пришло время признаться вам. На самом деле, меня зовут как? Правильно, Иннокентий. Шучу, просто многие ждали-то другого Хабиба, да? А приехал я, ну вот такое бывает. Теперь, дорогие друзья, на самом деле, так мое имя пишется в паспорте. Я ни у кого это имя не брал, не угонял. Так меня назвали мои мама и папа. Все по документам, все четко. Я тоже хочу с вами познакомиться. Кто меня слышит? Кто меня видит? Положите мне ручку. У меня очень прекрасное зрение. Спасибо маме и папе. Поэтому я вас всех вижу. Помашите мне ручкой. Привет, привет, дорогие. Кто подальше, ручки выше поднимайте. Отлично, вижу вас всех. Давайте просто друг другу улыбнемся. Потому что мы так классно вместе проводим время. Спасибо организаторам за эту уникальную возможность такой большой компании дружной собраться и спеть самые добрые, веселые песни. Привет, привет, привет. Вижу тех, кто был на саундчеке. Не уходили, что ли? Ой-ой-ой-ой, ничего себе. Мне очень приятно, что вы дождались меня, дорогие. Дождалась ты меня, Любаша! И где-то сейчас Любаша просто там стоит и говорит, это он при меня? Привет, привет. Город Пермь, привет. Кто у нас с той стороны? Привет, привет, привет всех. На самом деле, очень рад я видеть. Как много детей. Это что у нас, детская новогодняя елка, что ли? Что получается, я Дед Мороз? Ну, спасибо, что хоть не Снегурочка. Итак, дорогие друзья, теперь важный опрос. Подскажите, кто на каком этаже живет? Покажите на пальцах. Я своим зрением все это увижу и зачитаю. Пятый, правильно? Отлично, первый. Пятый, да? Какой седьмой? Да ты моя золотая. Так, первый вижу этаж. Четвертый, первый, первый, кто у нас подает? Пятый вижу этаж, девочка маленькая показывает. Так, кто у нас повыше? Пятый этаж вижу, девочка у папы на плечах сидит. Вот видите, какое зрение классное? Я так делаю, мне еще зум-зум делается. Четвертый этаж, правильно? Десятый, да? Девочка в красной кофте. Десятый, джинсовой кофте. Третий этаж, правильно? А вы мне просто машете. На самом деле я ничего не вижу, я просто называю цифры наугад. Шучу, вот брат, шестой, да? Ай, хорошо, вообще шикарно. Итак, дело в том, что не зря все это спросил. Следующая песня будет называться «А ты живешь на четвертом этаже». Есть кто реально живет на четвертом этаже? Поднимите руки. Ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе попал я. Ну, конечно, эта песня посвящается для всех вас, потому что я здесь только для вас буду петь целый час, также поется в песне. Но мы вступим в эту песню очень энергично. Я задаю ритм, вы хлопаете вместе со мной. Готовы? И, мистер Диджей, нам в этот ритм, пожалуйста, поставьте песню, уж постарайтесь. Итак, внимание, тишина в классе. Звонок для учителя. Достали листочки. Шучу. 3, 4, хлоп, хлоп, хлоп. Еще. Громче. Ай, хорошо. А ты ждешь на четвертом этаже, я сейчас для тебя пою уже. Опа-паю, опа-паю. Чё ты, где ты? Я жду ответа. Фотография 7:15. Нравишься мне очень, давно хочу признаться. По тебе стою я, надеюсь, не напрасно. Да, ты так красиво, но любить тебя опасно. Ой, сейчас бы с тобой в парке гулять и на метро кататься. Ой, сейчас бы с тобой. А теперь поем со стороны. А ты ждешь на четвертом этаже, я целый час для тебя пою уже. Оп-оп-паю, оп-оп-паю. Чё ты, где ты? Я жду ответа. Ещё! А ты живёшь на четвертом этаже, я целый час для тебя пою уже. Оп-оп-паю, оп-оп-паю. Чё ты, где ты? Я жду ответа. Мы делим, помолчим, уже ночь на дворе, свет твоем огне горит для тебя.
эту песню написал. Ну ты выйдешь или не выйдешь, всех соседей я достал. Ой, сейчас мы с тобой по ней гулять и на метро кататься. Ой, сейчас мы с тобой, а теперь хлопаем за мной. 3-4, а ты живешь, ты чекай. Еще раз. Ну вы, конечно, громкие, я в шоке, честно. На самом деле, я приезжал к вам тоже на городскую площадь год назад примерно. Кто был на этом концерте? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ничего себе, молодцы! Очень приятно, что вы вновь пришли. И, конечно же, хочется сказать огромное спасибо родителям. Родители, вы здесь? Спасибо огромное, что привели своих детей. Потому что часто уже поздний, но мы все равно здесь, такой дружной компании. Детишки, давайте просто дружно скажем спасибо нашим дорогим родителям, которые вот вас привели сегодня. 3-4, спасибо! Еще спасибо! Еще спасибо! Аплодисменты нашим родителям. Спасибо огромное. Бабушкам, дедушкам тоже спасибо. Я уверен, что тоже привели своих детей. Взрослых. Внучек, внучат. Теперь. Очень важная песня, называется «Диско-танцы», очень зажигательная. И, конечно же, нужно петь ее всем вместе. Сможем? Да! Уверены? Да! Отлично. Главная фраза звучит так. Вырубаем яркий свет. Запомнили? Да! Поется так, кто знает, помогайте. 3-4. Вырубаем яркий свет. Запомнили? Еще раз вместе, 3-4. Вырубаем яркий свет. Аплодисменты. Вы что, на хор, что ли, ходили? Громче! Отлично поете, просто мне прям нравится. Включайте песню, пробуем. Вместе. Сейчас подкину микрофон, снимать. Вырубаем яркий свет. Громче делай это ты. Диско нам цепанью спуть, что в районе спалось. Еще! Вырубаем яркий свет. Громче делай это ты. Диско нам цепанью спуть, что в районе спалось. А ну и что там холода? Раскачай где-то. Дайте микрофон, если у тебя мода. Кстати, когда пати такой дальний. Мы гуляем за мой счет. Ты несете нам вещу, чтобы было хорошо. Раздевали, обрядем все, я горем пир. Хлопаем все вместе в ритм 3-4. Хлоп-хлоп, уже умеем громче. Ты понял? Вырубаем яркий свет. Громче делай это ты. Диско танцевальный стул. Хлоп-хлоп-хлоп-хлоп-хлоп! А теперь пойдем! Вырубаем яркий свет. Громче
путь, что в району не спалось. И вместе хором. Вот так звучит город Пермь! Честно, я не ожидал, что вы такие громкие, так классно поете. Давайте друг другу поаплодируем, друзья, вы реально крутые. Спасибо большое. Такая поддержка мощная. По-моему, даже сегодня громче, чем год назад, представляете? Ой-ой-ой-ой-ой, как у нас сегодня много, дорогие друзья. Я предлагаю сейчас чуть-чуть попозже заснять памятное видео. Сделаем видео, да? Ну, дождемся немножко, когда хотя бы чуть-чуть еще стемнеет, чтобы мы зажгли фонарики и сделали еще круче видео, чем в том году. Теперь очень важно узнать, сколько поколений сегодня присутствует на нашем концерте. Итак, первое поколение – это дети и подростки. Дайте шума! Замечательно. Второе поколение – это мамы, папы, бабушки, дедушки! Пока непонятно, кто был громче, предлагаю сделать небольшой батл. У вас будут танцевальные батлы, а теперь мы побатлимся вместе с вами. Итак, первое поколение – дети и подростки, дайте шума! Отлично, замерили примерную громкость. Теперь второе поколение, не подведите, родные. Мамы, папы, бабушки, дедушки, дайте шума! Ой-ой-ой-ой-ой, вот это поворот! По-моему, родители и взрослые были громче. Хорошо, подождите. Первое поколение. Дети и подростки, дайте шума! Чуть ветром не снесло, ё-моё. Итак, дорогие друзья, конечно, очевидно, здесь дети победили. И, конечно же, я предлагаю в честь нашего классного семейного такого концерта сделать семейный TikTok-челлендж. Сделаем! Дети сразу оживились. Да, взрослые такие. Дорогой, что это такое? Все очень просто, дорогие друзья. Предлагаю всем поучаствовать. Мы просто будем делать танцевальный флешмоб. Я показываю движения. Ваша задача просто их повторить. Сможем? Песня называется «Разрывная», был такой у меня трек, и TikTok-челлендж под него тоже был официальный. Я уверен, что многие дети уже знают, уже кто-то делает движение. Я показываю без музыки, ваша задача повторить, а потом качаем уже под биты. Вы готовы? Дети, на вас и надежда, но взрослые тоже подключайтесь. Давайте сегодня будем на одной волне, тем более у вас сегодня танцевальное мероприятие, батлы, все дела, поэтому будем максимально в теме. 3, 4, повторяем за мной. Ой, красивая, ой, нарядная, вся на стиле ты, раз, раз, разрывная. Запомнили? Точно? Тогда под ваши бурные аплодисменты, друзья, давайте пошумим! Включайте! Делаю его как все, делаю его.
пища, вот так запускаю ракету, ставлю флаг. Я твой Илон Маск, ты моя луна, я твой космонавт. Гули-гули-гули, пойдем гулять, буду-буду-буду тебя целовать. 9, 7, 5, 3, 4. Раз, 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 мой красивая. Вот это я понимаю сразу. Максимально подготовленные люди. Круто танцуете, круто поете. Припев запомнили песни? Давайте еще раз специально для меня. 3, 4. Ой, красивая, ой, на сама. Раз, раз. Аплодисменты, ну просто реально хор у нас сегодня. Пермский хор. Давайте назовем как-нибудь наш хор, такой дружный, классный. Как мы его назовем? Нет, Хабиб не пойдет. Подумай, какая-то секция для борьбы, бокса и так далее. Предлагаю его назвать детско-юношеский хор города Пермь. Ягода! Малинка! Ягода! Малинка! Аплодисменты, это был хор Ягода Малинка, город Пермь! Отлично вообще, реально. Надо подумать над созданием хора, потому что реально очень классно получается. Теперь, ну видео чуть попозже снимем, но давайте одно видео снимем, пока вот, пока горячо прям хочется. Есть телеграм-канал, я хочу передать, чтобы вы передали привет телеграм-каналу, можно? Давайте сделаем по красоте. Я думаю, все будут радостные, увидят, скажут, ничего себе, там Хабиб зажигает, у них там ВК-фест, а у нас еще круче, правильно? Вот так вот. Просто скажем. Ну, что скажем? Всем привет! Пермь лучше, окей? К сожалению, на фестиваль в городе Пермь никто не пришел. Конечно, я шучу! Город Пермь, вы лучшие! Отлично! А здесь кто у нас? А здесь кто у нас? Отлично. Потом можете себя найти у меня в этом видосе, в кружочке. Он еще пока не загрузился. Телеграм-канал Хабибка на русском языке. Написано в поиске в видео. Пока ставлю туда здесь. Что-то связь не ловит. Плохо ловит связь, да? Эх, ну я думаю, закрутится попозже. Теперь я хочу вас увидеть поближе. Можно? Предлагаю вот что. Вы сейчас скажете, да или нет? А что? Да я еще ничего не сказал. Господи, вы чего? Галя, отмена у нас. Смотрите. А что, если прямо сейчас я иду к вам? Че, не будем, да? Ну ладно. А, будем? Отлично. Смотрите, дорогие друзья, но в целях техники безопасности. Я понимаю, что очень много людей. Спереди стоят совсем маленькие дети, крохи совсем. Поэтому предлагаю людям, которые стоят чуть-чуть сзади, не пытаться прорваться вперед. Потому что я близко не буду подходить к этим ограждениям, чтобы у нас никто ничего не упал. Все уж нездоровенькие, как говорится, веселенькие. И хочу просто вас увидеть поближе. Договорились? Я максимально близко не буду подходить. А вы, дорогие друзья, тоже вперед не толкайте людей. Смысла от этого никакого нет, потому что я не буду прям подходить и вот так близко, потому что ограждения очень хлипкие в этот раз. Вот, если бы стояли такие прям у-у-у, тогда можно было. Я потихонечку начну двигаться с той стороны во время песни и буду потихонечку вот так вот огибать контуры вот этих вот ограждений и дойду до туда и поднимусь, соответственно, на сцену. Если я пропаду, значит, я где-то ем шаурму в сырном лаваше. Ищите меня в ближайшей шаурмичной. Итак, кто со мной шаурму пойдет? Шучу, я иду к вам, дорогие друзья.
Итак, ну, конечно, было бы хорошо. Теперь, песня называется «Девчонка с двора», она уже сегодня здесь играла, девчонки по ней танцевали, поэтому максимально поддержите обязательно, попойте вместе со мной. Ну и кто стоит спереди, я хочу вас видеть поближе. Если я кого-то не вижу, кто там, значит, скоро поднимусь. Вы готовы? Верим, лучшие? 100% инфосотка, я иду к вам, как же спуститься-то, ё-моё. Так, а здесь не спущусь я, да? Смущу здесь? А вот, ничего себе! Включайте песню! Приветики, приветики! Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. Привет! А ты самая красивая девчонка со двора. Привет! Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. Привет, привет! Та-та самая девчонка с двора. Я ее увидел, сам сказал пока-пока. Белым мелом на асфальте на ее имя написал. С пацанами на гитаре сочиняю все роман. Я плюс ты, ты плюс я. Я плюс ты, ты плюс я. Город первый здесь! Лучше я! А ты самая красивая девчонка с двора. Привет! Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. Ты самая красивая девчонка с двора. Снимаешь? Я не знаю, что мне делать, ведь я полюбил тебя. Берем, помашите ручкой, родные, классный плакат. Выше, выше! Поздно ночью, а до подъезда провожу. На асфальте, а белым-белым напишу. Я плюс ты, ты плюс я. Я плюс ты, ты плюс я. Я вас увижу, вас играет. Вот этого, конечно, газуйте вообще мощно. Спасибо, ты тоже супер, малышка, спасибо большое. Дорогие друзья, кто сегодня снимает на телефон, обязательно отвечайте меня в сторис. Я постараюсь отвечать хотя бы быстрые реакции, там можно лайки ставить, я помню. Поэтому максимально тоже обратная связь от меня будет колоссальная, вот увидите. Теперь, есть одна у меня грустная песня, конечно. Как она называется? Есть у нас? Правильно, «Грустинка» называется. Но грустная она только в названии. Потому что у меня нет грустных песен практически. Все веселые, потому что сегодня праздник и не хочется грустить. Не будем грустить? На этой песне нужно громко делать вот так вот, запоминайте. Уау! Запомнили? Когда я буду петь фразу «Девочка, грустинка», вы мне помогаете, в ответ кричите «Уау!». Сейчас попробуем. 3, 4. Подождите, я еще не сказал «Девочка грустинка». Не торопитесь, дорогие друзья. Девочка грустинка так любит вечеринки, слушает мои пластинки. Ничего себе, очень классно, очень громко. Задержите эту энергию прямо сейчас. Улыбнитесь мне, улыбнитесь. Кто не знал, я победитель битвы экстрасенсов. Кто мне машет ручкой, всех заряжает на удачу, на любовь, на счастье, на денежки! Ой-ой-ой-ой, сразу как же! Итак, дорогие друзья, помашите мне все ручкой. Все, отлично, отлично. Кто там у нас? Отлично. Там, кто возле магазина, купите мне. Кто в очереди стоит, ребята? Перские холмы, купите мне шаурмы на сырном лаваше. Спасибо. Итак, дорогие друзья, поем песню? Громко! Включайте!
Подписи 3-4. Еще раз 3-4 вместе. Поем в сети телочка густинка. Накрывают вечеринки. Слушают мои пластинки. Играет гитара, ну и пара. Я иду за тобой, ты бежишь от меня. Ты играешь со мной, но я поймаю тебя. Звоню домофон, а вот ты жена. Загляну я в окно. Я любить не перестану. Просто ты моя нирвана. И пускай не знает мама. Мы готовы, город пир. Дети, девочка, гостинка. Так любит вечеринки. Слушает мои пластинки. Играет гитару. Девочка грустинка, так любит вечеринки. Слушает мои пластинки. Играет гитару, мы не пара. Мы летаем там и тут, нам не нужен парашют. Наш парашют не нужен зонт, улетим за горизонт. Ты снимаешь меня, ну скажи хорошо. Город первый лучший рейд. Я любит не перестану. Теперь все вместе громко поем припев. Раз, два, три. Девочка грустинка. Так любит вечеринки. Еще. Слушает мои пластинки. Верочка, Боря, Медусе. Девочка грустинка. Так любит вечеринки. Слушает мои пластинки. Играет гитару. Вечеринки, слушает мои пластинки, играет гитару, ну и не пара. Вот так звучит город Брэй. Не устали еще от меня? Не устали еще? Классно вообще, очень-очень здорово получается. Вы знаете, хочется сказать очень много слов, но, конечно же, больше скажет музыка и то, что вы пришли. Давайте поаплодим друг другу, кто вот сегодня пришел. Прям честно, я обожаю вас. Пилим! С кайфом, просто с кайфом сегодня проводим этот вечер. Салют будет сегодня, нет? Эх, ну ладно. Я бы сделал, честно. Итак, дорогие друзья, сейчас будет песня, которая называется «Открытка». Она очень движовая, прям максимально. И я хочу, чтобы вы на припеве немножечко, хотя бы немножечко попрыгали, хорошо? Договорились? Я понимаю, родители стоят с детьми на плечах, это, конечно, крайне сложно, но хотя бы немножечко небольшой сделаем кач. Договорились? Все, супер, я надеюсь на вашу поддержку. А кто у нас там далеко сзади? Ручки поднимите, кто вообще далеко. Вы здесь, вы с нами? Может, там у вас какой-то отдельный сабанту идет? Нет? А, все с нами, отлично, хорошо. Классно, очень-очень много людей, честно. Теперь, дорогие друзья, открытка на припеве по моей команде. Команда будет «Давай, давай». Громко поем, ну и, конечно, чуть-чуть подпрыгиваем. Вы готовы? Дети, вы готовы? Родители готовы? Для вас тоже будет небольшой сюрприз, чуть попозже. Включайте песню, попробуем. Хочет открытку, плачет. Девочка тихо. Он был ошибкой, моей ошибкой. Понял, выпу. Тащит. Хочет открытку, плачет. Девочка тихо. Значит, он был ошибкой, твоей ошибкой. Ручки поднимите, давайте сделаем небольшую волну. 3-4. Полная скорость, кем и полночь. Скорая помощь, что же останется завтра. Мы готовы, прыгаем все вместе. Давай, давай. Тащи.
не заскучали здесь, родные? Ну-ка, дайте шума! Твой воздушный поцелуй, папа-пуля, я ловлю, только ты не паникуй. А здесь у нас, ребята, здесь кто у нас? Кружки, парни, видим все! Привет, девчонки! Привет, мальчишки! Супер! Плащи, плащи, мальчик открытку. Плащи, плащи, девочки тихие. Давайте немножко еще попрыгаем, приготовьтесь. Ручки в воздух. Плащи, плащи, мальчик открытку. Плащи, плащи, девочки тихие. Значит, значит, он плащит, как твои ошибки. Прям хорошо стало. Как заново родился. Дорогие друзья, вы не устали еще? Погода шикарная, скажите же. Буквально пару дней назад я выступал в Казани. Представляете, там был просто плюс 35, что-то 40 градусов, представляете? Просто все там плавились максимально. И, ну, наоборот, хорошо на самом деле. Многие похудели. Поэтому у нас сегодня максимально комфортные условия, поверьте. Был я в Южно-Сахалинске, там просто лил дождь. Дубак был, но люди также собрались, никто не ушел. Поэтому давайте ценить то, что мы имеем, Пермь. Вы здесь? Конечно, немножечко я уже приоткрыл небольшую завесу тайны. Следующая песня будет для наших родителей. Родители, вы здесь? Не заскучали еще? Конечно, моя музыка чуть-чуть, конечно, более молодежную направлена энергию, но прямо сейчас мы копнем немножечко. Всем привет, я звездовидеограф. Буквально недавно я участвовал в шикарном шоу на Муз-ТВ, называется оно «Битва поколений». Слышали такое шоу? Кто-то, может быть, даже смотрел. И, конечно, я участвовал с легендарной группой, которая называется «Иванушки Интернешнл». Знаешь таких? И во втором раунде этого шоу моя задача была исполнить одну из песен группы «Иванушки Интернешнл». И, конечно же, близкая по духу, по энергии песня, которую я выбрал, называется «Тополиный! Тополиный!» Не понял, дети тоже знают эту песню? Ничего себе! Хорошо, тогда для родителей я спою песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Шучу, дети. А вот тополиный пух официально мне Матвей разрешил сказать «Пой на здоровье». Конечно, у меня немножко своя версия «Шепот рыжего». Я не смог заменить, это невозможно. Добавил немножко своих приправ малиновых. Также еще в конце добавил рэпчик, чтобы звучало посовременней. Ну а песня осталась такой же, как мы ее любим, как мы ее знаем. Поэтому предлагаю прямо сейчас тряхнуть стариной. Тряхнем стариной! Особенно дети. Да, конечно. Родители, на вас вся надежда. Давайте покажем детям, как мы отрывались 20 лет назад. Вы готовы? Нет, песня легендарная. Нужно прям очень громко пошуметь. Вы готовы? Внимание. Включайте. Давайте будем хлопать ритм. Хлоп, 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 хлоп. Шкибери, шкибери, хлоп, хлоп, yes, yes. Шучу, поем. Нас восемнело, тисуешь лето, ласковое море. Можно музыку громче? Трогаешь ладонью воду, воздух, время. То, чего не знаешь, берем, вы готовы? Раз, два, три, все! Тополиный пуш, ядра и юль, ночи такие звездные. Ты боишь, что первый поцелуй. Целуй, целуй, еще вместе! Тополиный пуш, ядра и юль, ветер уносит мир.
Так, понятно, у кого какие-то треугольники, ромбы, друзья, овалы. Что это такое? Это не сердечко. Сейчас покажу самое легкое сердечко, которое сможет повторить каждый из вас. Внимание на меня. Раз, два, три. Повторяем за мной! Самый, по-моему, большой флешмоб сердечек в вашем городе. Аплодисменты первым. Это было очень классно, романтично, как 20 лет назад. Громче! Все, мне родители тоже спели. Отлично, очень-очень рад. Теперь я говорю, что нам обязательно нужно снять крутое видео, чтобы все знали, какой у нас сегодня шикарный фестиваль, шикарный праздник и шикарная публика. Вы готовы? Тогда рубрика «Квест». Найдите на сцене очень важный для меня предмет. Гитара? Песни про гитару любите? Может, споем? Только вот это не ожидал. Только я на ней играть-то не умею. А умею? Сейчас проверим. Гули-гули. Не узнали еще? До утра? Хорошо, останешься до утра. Шучу-шучу. Я тоже останусь, будем шаурму с сырным лавашом кушать, ладно? Я угощаю. Кого угостить шаурму? Слышь, на гитару! А я все чаще замечаю... Блин, не та песня. Предлагаю не просто спеть под гитару, а прямо сейчас устроить конкурс. Батл между вами теперь всеми. Главный приз – моя бандана. Все очень просто. Пока вы здесь ждали меня, смотрели крутые танцевальные батлы, я успел таки оставить на этой бандане свой автограф и написать от Хабиба. Поэтому это не просто бандана, это штучный товар, товарищи! Кто хочет мою бандану? Вот так, дети, работает маркетинг. Ладно, шутки шутками. Сейчас повяжем красивую бандану, как бабулечку-красотулечку. Бабулечка-красотулечка. Тетюшки, внучок. Отлично, держится. Чтобы участвовали все, я предлагаю исполнить небольшой отрывок припева песни «Ягода малинка». Потому что все знают эту песню, и так будет справедливее. Договорились? Но! Также я планирую снять красивое видео, поэтому нужна ваша помощь. Нужно сейчас всем зажечь фонарики и поднять их в воздух как можно выше. Отлично, еще, родные. Это обязательно условие нашего конкурса, поэтому зажигайте все фонарики, и для видео, конечно же, это будет очень красиво. Покажем всем, как сегодня было шикарно в вашем городе. Еще зажигайте, дорогие друзья, еще. Боже, какая красота. Мама родная. Еще зажигайте, родные. У кого плакатики тоже поднимайте. Отлично. Итак, по моей команде громко поем, нас снимает камера, поэтому приз забирает тот, кто будет ярче всех, громче всех, чтобы я вас заметил, потому что вас сегодня, ну, очень много. Дальние ряды, ребята, немножко не хватает света. Дайте, зажгите буквально секундок, 15, родные, еще. У кого есть фонарик? На 15-20 секунд зажгите, пожалуйста, для классного видео. Ваш город потом обязательно закинем во все социальные сети. Вы готовы? Ягода малинки, о-о-о, крутит головой, залетает тон. Такая ты грустинка, голодная как дин, хлопает глаза, не убрал потолок. Все вместе! Ягода малинка, о-о-о, крутит головой, залетает тон. Такая ты грустинка, голодная как дин, хлопает глаза, не убрал потолок. Все вместе! Ягода малинка, ой-ой-ой-ой, моя грустинка, ай-яй-яй-яй, ягода малинка, ой-ой-ой-ой-ой. Спасибо! Спасибо, дорогие!
Огромное спасибо, город Пермь. Я, получается, сняли просто нереально шикарное видео. А теперь выключайте ваши фонарики, я все увидел, все услышал. К сожалению, вы так громко пели, так это все было ярко, что я не смог найти победителя, поэтому бандана достается мне. Да шучу я, шучу! Честно скажу, ну все очень классные. И плакаты вижу, и поете, и светите, и с зонтиком человек пришел. Но, чтобы было справедливо, потому что я всегда за справедливость, я предлагаю сделать небольшую лотерею. Во-первых, я сейчас закрою глаза, досчитаю до пяти, буду крутиться во все стороны. Куда я остановлюсь, вытяну руку вперед, кого я первым увижу. А зрение у меня хорошее, но я уж в небо не буду пальцем показывать. Тот забирает бандану, все по-честному. Вы готовы? Закрываем глаза, крутимся вместе. Так, раз, два, три, четыре, пять. Открываю глаза. Ёлки-палки, подождите, давайте еще разок. Немножко в другую сторону давайте. Раз, два, три, четыре, пять. Боже мой, я боюсь открывать глаза. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это девочка с плакатом. Я увидел тебя, родная. Написано «Ягода, малинка, Хабиб». Ой, какой мороз там. Девочка с плакатом, которая черно-белая фотография приклеена. Как тебя зовут? Арина. Арина. Поздравляю. Давайте поздравим Арину, друзья. Но здесь лотерея, реально. Плакат в этот раз сработал. Не всегда он срабатывает. Уважаемый, кто может помочь передать? Я что-то побоялся вам отдавать, ребята. Честно. Так, как же быть-то? Пропустите Арину, пожалуйста. А кто-то из ребят, я просто боюсь подходить, чтобы не снесли эту ограду. Давайте лучше это сделаю не я, кто-то другой передаст бандану. Пропустите, пожалуйста, ну буквально 2 секундочки. Братишка, пропадай, пожалуйста. Не только же снимать тебя, правильно? Немножко нужно помочь мне. О, ты сразу снимешь? А выведите на большой экран, пожалуйста, вот эту камеру. Нельзя? Господи. Так, братик, давай, сделай красиво. Камеру не урони. Ай, хорошо, Арина, поздравляю тебя! Честно, ребята, кто не победил, пожалуйста, клянусь, не обижайтесь, но это лотерея, бандана одна. Ну вот девочка плачет, не плачь, зайка, но это же, видишь, все случайным образом. Никто не плачьте, пожалуйста, дети, я понимаю, это ранение просто смертельное. Но я предлагаю, знаете, как сделаем? Я разыграю эту бандану тоже. Разыграем? Но теперь сделаем немножко по-другому. Кто сегодня снимал видосы, пишите, отмечайте меня в Инстаграме и пишите мне в директ, хочу бандану, я случайным образом выберу победителя и кому-то из вас отдам. Договорились? Вот эту бандану, хорошо? И через организаторов я кому-то из вас передам. Я так частенько делаю в разных городах, поэтому это круто работает. Обязательно отмечайте и пишите мне в директ, хочу бандану. Договорились? Все, отлично. Но у нас... Ребята, вы уже понимаете, что я оттягиваю время, я не хочу просто уходить. Не хочу уходить без сырного лаваша. Не хочу уходить, в принципе, отсюда. Остаюсь здесь жить, в городе Пермь, да? Но нужно, чтобы кто-нибудь меня приютил. Приютите? Отлично, все, хорошо, договорились. Теперь, дорогие друзья, осталась одна песня. Буквально... Скажу пару слов очень важных. Сегодня много детей, хочется, конечно. О, рисунок. А кто передал рисунок? Чей? Твой? Вообще молодец, талант. Смотрите, ребята, это же я. Это я 15 лет назад. Спасибо. Я называю 3 свои главные ценности. Если вы со мной согласны, громко говорите «да». Договорились? Первая главная ценность, конечно же, это семья. Согласны? Семья — это все, что у нас есть, никакие деньги, богатства никогда не заменят нам семью, поэтому давайте друг друга уважать и беречь. Договорились? Да! Вторая главная ценность, конечно же, это любовь. Согласны? Да! Давайте будем друг друга любить, беречь. И дети, не обижайтесь на родителей, если они вам чего-то не купили, не сделали. Поверьте, они делают все, чтобы вы были счастливы. Даже взять сегодняшний концерт, они привели вас, они ждут ради вас. Давайте... Дружно поаплодируем нашим дорогим взрослым аплодисменты! Спасибо большое! Честно, очень приятно. Спасибо за ваше доверие.
Третья главная ценность – это уважение к старшему поколению. Согласны? Да. Давайте будем уважать, беречь, гордиться нашими бабушками, дедушками, прабабушками и прадедушками. Договорились? Да. Уступаем места в общественном транспорте. Помогаем переходить через дорогу, помогаем с тяжелыми сумками. Договорились? Да. Это очень важно. Так как я за здоровый образ жизни, конечно же, я против курения и всех этих новомодных курительных штучек. Вы со мной? Да. Никакого курения, только спорт. Да. Также я против алкоголя. Вы со мной? Да. Никакого алкоголя, только здоровый образ жизни. Конечно, в первую очередь я обращаюсь к нашей молодежи, к нашим детям. Теперь главный вопрос. Также еще читайте книги. Договорились? Я знаю, это сложно, не хочется, но это очень важно. Если ваш ребенок не читает, скажите, что Хабиб читает, давайте читать все вместе. Договорились? И самый главный вопрос. Кто смотрел клип на песню «Ягода малинка»? Ой, ну тут, конечно, все смотрели. Кто смотрел 10 раз? Ну-ка. Ой-ой-ой, кто смотрел 100 раз? Ничего себе. Благодаря вашим просмотрам на клипе «Ягода малинка» внимание стукнуло. А давайте спросим у какого-то человека просто так. Как вы думаете, вот вы, девушка в очках, как вы думаете, это вы, я про вас говорю. Сколько просмотров на клипе «Ягода малинка»? 1010. Сколько? 1010. 1010. 10 тысяч просмотров, да? Отлично, версия. Итак, внимание, на клипе «Ягода малинка» стукнуло 624 миллиона просмотров! Это все ваша заслуга, дорогие друзья. Идем на большой рекорд, поэтому, как думаете, сможем добить 700 миллионов? Тогда достаем телефоны. Кричаем, как это болит. Шучу, обязательно смотрите. Также в комментариях под клипом пишите, как вам сегодняшний концерт, как вам сегодняшний фестиваль. Я все это буду читать, с удовольствием лайкать. Ну и, конечно, в честь нашего классного праздника. Спасибо организаторам, что позвали меня. В честь 624 миллионов просмотров, уже не выговариваю даже. В честь того, что мы так классно собрались и провели время, не хочу уходить, господи. Хочу быть с вами. Споем еще раз «Ягоду малинку»! Да! На бис сделаем! Да! Только нужно спеть еще громче, договорились? Да! Под ваши бурные аплодисменты! Включайте! Всем девчонкам посвящается! Ягода малинка! Еще! Крути головой, залетай в стол! Такая ты грусти! Главное, как ты, слопает глаза, левая, устала, все вместе. Ай-яй-вы! Еще!
Спасибо, пока! Лучшие, жду лучшие, просто перед. Обожаю вас, спасибо. Только подарите вашу любовь!